Хороши хорошо. Цветы весной, хорошо, я ликую синевой. Я смотрю во все глаза, ах, какая красота! Уже три сезона подряд Людмила Толстолик под песни собирает ароматные сочные персики. Рассказывает, работу свою любит, сложности в сборе нет. Спелый персик узнает сразу, в день может собрать и перебрать до 300 килограмм. Сборщики за 1 килограмм получают 5 рублей. Спеленький, что был. Если зеленый, вот мы оставляем, его видно сразу, вот видно. А так, вот дотрагиваешься, он прям сам падает в руки. На территории около 15 гектаров растут персики и нектарины. Здесь их больше 10 сортов. Это и ореховый, крымский фейерверк, гармония, золотая Москва и американский Red Heaven. Последний особенно популярен у крымских садоводов и покупателей. У нас его 1,5 гектара. Срок созревания получается где-то третья декада июля месяца, первая декада августа. Он высокоурожайный, этот сорт. Ну, вот видите, он уже как бы на подходе. Буквально на вкус, вкусовые качества. Ну, здесь сказать, у нас плохих сортов нету, включая даже Red Heaven. Вкусовые качества здесь отличные. А это уже наш крымский персик, выведен в Никитском ботаническом саду. Посол мира отличается высокой урожайностью, транспортабельностью и размерами. Плод доходит до 200 грамм. Прямо здесь, в персиковом саду, сразу после сбора плодов, люди сортируют по размерам и фасуют по ящикам. И только после товар ждет своего покупателя. День много перебираем, по 2 тонны с лишним. Есть вот такой маркер, через который мы делаем сортировку. Вот, каждая ячейка это 5, 6, 7, 8. Ну, мы уже определяемся как бы на глаз. Уже мы можем сортировать иногда без маркера. В сезон сбора плодов в саду трудится до 100 человек. Ежедневно они собирают до 2 тонн. Каждое дерево дает от 20 до 50 килограммов. Собирают персики по мере созревания. В прошлом году у нас не урожай был. А в этом году, по сравнению с прошлым годом, нормально. Планируем где-то около 50 тонн собрать. А ценовая политика у нас нестабильна. На сегодняшний день от 20 рублей до 50, так скажу, что с места, да, с поля прямо забирать. А вот на крымских рынках цены могут шокировать покупателей. За килограмм персика здесь просят от 70 до 180 рублей. Девочки, а персик почем? А сорта тут написано. Девчата, почему так дорого? За облачные цены реализаторы объясняют высокой арендой на место. На камеру комментировать отказываются. Сбор персика в Крыму продлится до начала сентября. Ну а после будем собирать виноград, яблоки и груши. София Шукурова, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет».